Всем привет! У нас ураган, ужасный ветер. Я даже переживаю за нашу теплицу. Вон у соседки сорвала теплицу полностью. У нас такой ветер страшный. А я вышла, чтобы пойти в тепличку и рассказать вам историю одного кактуса. Коротко покажу вам, что сейчас цветет. А вот, друзья, это удивительное создание. Называется Trichocereus bridgesii monstrosus. Еще его по-немецки называют Frauenglück. Или по-русски кактус-пенис, похожий на пенис. Вот так вот он выглядит. Я получила его совсем маленькой деткой, вот этой. И из нее уже вот нарастились такие членики прекрасные. Совершенно меня радует. Он не цветет. Я ему не дала большой горшок. А вот в таком он горшочке у меня. Если вы дадите большой горшок своему кактусу, он у вас, конечно, разовьет мощную корневую систему и будет огромный. Я его сдерживаю. Ему уже где-то 13 лет. И вот так вот он выглядит. Очень интересный кактус моей коллекции. Сейчас покажу вам еще коротко, что у меня цветет. Коротко, возможно, не получится, потому что цветет много что. Вот такая интересная мамилярия. И вот здесь вот такая удивительная. И вот еще также цветут рибуции, просто коврами начинает цвести. Это очень красиво. Посмотрите, как здесь. Называть имена не буду. Просто покажу. Как-нибудь сниму видео. И тогда назову имена рибуций, столько рибуций, которые у меня в коллекции. Так, давайте посмотрим еще. А вот расцвел новый турбиникарпус. Постоянно цветет целое лето вот такими вот мелкими цветочками. Так, что у нас еще? Мамилярия четырехголовая, совершенно сумасшедшее создание. Цветет вовсю. И также Labivia famatinensis. Ну, это просто, друзья, посмотрите. Вот. Это просто бешеное цветение. Очень красиво. Также вот здесь турбиникарпус белым цветочком расцвел. Еще продолжает телокактус цвести. Вообще набирают полным ходом бутоны гимнокалициумы, что тоже очень приятно. Вот пюрокактус. Так, что у нас еще? А маленькая рибуция раскрыла свои цветочки фиолетовые. Было большое, огромное растение, но что-то пошло не так. И, как вы знаете, рибуции, сулькорибуции очень любят клещи. И мои тоже поела. И мне пришлось немножечко обрезать и привести в порядок. Поэтому получилось всего две детки. Так, что у нас здесь? Совершенно удивительные мамилярии. Посмотрите. Тоже вот цветут. И здесь вот будет. Конечно, приятно, когда цветут мамилярии веночками. Но это здорово. Вот мамилярия карменная зацвела. Вы слышите, какой гул? Мамилярия ханиана. Гул просто ненормальный. На улице такой ветер, ветрище. Это ужасно. Мне даже у меня здесь теплица, мне становится страшно. Теплица даже дрожит. Наша теплица с кактусами. Такое впечатление, что сорвутся все шурупы и все улетит. Поэтому надо закрывать все хорошо, все щели. Что еще здесь? Вот. Цветет мамилярия бомбичина. Огромная.
много цветов. Совершенно удивительно. Здесь еще эхиноцериус продолжает цвести. Прекраснейший цветок. Мамиллярия лауи. Так. И вот здесь тоже еще одна мамиллярия. Карменая. Вот тут. И продолжает цвести гумнокактус и пародия. Прекраснейшее создание. И вот там еще одна с красным цветочком пародия тоже будет зацветать. Вообще на самом деле сейчас все радует в теплице. Все так красиво. Все в удивительно цветущем цвете. Набирают бутоны эхиноцериусы, эхинопсисы. И вот. Разве это не чудо, друзья? Ну что ж, я сегодня немножечко поделилась с цветением кактусов и показала вам интересный трихоцериус бритгесси, который еще называют фрауэнглюк. Я вам всем желаю хорошего дня. Пока-пока.